Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер. Вас и так много, на самом деле. Спасибо огромное, что хоть вы пришли. Потому что сегодня вообще какая-то тенденция. То ли народ постится, то ли что-то происходит. В общем, спасибо вам огромное. Мы очень рады всегда видеть вас всех. Дай Бог вам здоровья всем. Спасибо.
Сейчас прозвучит произведение, которое называется «Honey, No More Doing». Thank you.
Называется она One Foot Tonight, только в нашей обработке. Думаю, что будет интересно.
Use me.
Спасибо, мы вот так шутим иногда. Вообще, наша группа называется Modern Blues Band. Это связано с идеей, которая соединяет блюз, джаз, рок и так далее. Очень такие направления известны. Но мы это стараемся как-то не переборщать, и чтобы музыка тоже была, поэтому по чуть-чуть. И вот наша идея, вот моя личная, это ребята поддерживают. Называется группа Modern Blues Band, поэтому. Сейчас посвящение, эта композиция посвящается Стиву Рэй. Кто-то может знать, кто-то не знает, это был очень великий человек, который погиб трагически. В 91 году я оставил большое наследие. Произведение называется River Paradise. Thank you.
Thank you.
Слава на ударе, Дмитрий Матюхин. Слышу пиано. Евгений Ревнюк. Бас-гитара Андрей Кислов. А сейчас маленький перерыв, буквально минут 10-15. Не скучайте, еще вернусь. Спасибо. Ну вот, как обещали, вернулись. Сдержали свои обещания. Вы что-то все напряженные какие-то, расслабьтесь. Мы блюз играем все-таки, а не какой-нибудь там. Ванклидерно. Thank you.
Спасибо. Эй, Мэй. Сейчас прозвучит произведение, называется «Old Love». Yeah.
the Lord have mercy. Сейчас мы как бы люди, которые играем в группе Modern Blues Band, находимся в джазовом клубе, так называемом, имени Семёныча Козлова, которого очень уважаем. Сейчас исполним песню, которая относится к джазовой теме, называется «Come Rain or Come Shine». Together, I'm happy to.
Песню это произведение, считаю, что это произведение. Посвящаем человеку, который в свое время перевернул музыку, особенно гитарную музыку. Этот человек очень рано погиб, ему всего лишь было 27 лет. Его фамилия Джеймс Маршалл Хендрикс. И мы эту песню посвящаем его памяти, но я бы хотел приурочить к этому вопросу одного из моих почитаемых, из моих любимых и уважаемых людей, который первый сыграл в этой стране на сцене, на большой сцене, сцене произведения Джимми Хендрикса, Алексея Вайт-Белова. Вот как раз его сын сидит здесь, давайте поаплодируем. Леша Белов – это легенда. Как бы вот этим двум людям
Дай Бог, Леша, он живой, 100 лет жизни. Произведение называется «Little Wings». Thank you.
Андрей Кислов.
лучших. Сердце и мотор нашей группы. Профессор ударных искусств. Лучший из лучших. Дмитрий Матюхин! Пришли сегодня. Я думаю, не пожалели. Я хотел бы по информации вам выдать секретную. Вы можете зайти на наш сайт, который называется www.modernbluesband.ru и найти наши концерты. А также прямо после концерта сегодня приобрести наши CD и DVD, если у кого-то появилось желание такое. И вам продадим недорого. Вот. Так что желаю вам счастья, здоровья, всех благ, удачи. Самое главное, хорошей музыки. Храни вас Господь. God bless you. God bless you. Следующих встреч. Покупайте наши CD и DVD. Спасибо.